Привет, привет всем. Незапланированный выход в эфир. Сюрприз. Привет всем. Привет. Как ваши дела? Рассказывайте, чем занимаетесь, что нового. Привет. Привет с Украины. Привет всем. Я сижу дома, просто вышла вот тут рядышком, просто недалеко подышать свежим воздухом, потому что уже невыносимо. Так все тепло одеты, греемся. Как ваши дела? Жара, у кого-то уже жара. Ну, пока вот солнышко появилось, но еще все равно ветерок холодный, поэтому лучше теплее одеваться для прогулок рядышком. Ребята, ну, апатия у всех. Тут вот пишут: апатия, депрессия, настроение. Настроения нет ни у кого, но надо же как. Так, тут у нас звонки прервались. Так, отвечаем. Пока вопросов нет, просто всем привет. Погода супер. Ну, пока солнышко. Надеемся, что будет еще потеплее, можно будет на велосипедике. Как ваши дела? Как вы проводите свое время? Привет из Греции, привет. Да, София, сейчас мы найдем ее. Сейчас пойду до площадки. И обязательно подключимся вместе, будем в эфире. Так что я не прощаюсь.